Я пока доставал с хапуги чубака, а Андрюха вытащил на махалку, на вот такую щуку. Махалочка. Смотри, сейчас закрутите. Молодец, хорошая щучка. Пойдет. Ладно. Всех приветствую, друзья. Приехали сегодня порыбачить мы на щучку. В интересное место. Еще темно. Поставим сейчас хапушки. Будем смотреть, как у нас, что будет клевать. Приехали мы. Место называется Сахаровка. Это просторы Амура. От города где-то километров 30. Еще пока темно. Ставим хапушки. И будем с вами рыбачить на щуку. Людей, конечно, много понаехало. Погодка сегодня пасмурная. Сегодня 19 ноября. Вон машины стоят. Посветлее буду снимать, будет более интереснее. Поставили мы хапушки. 4 штуки. Народ, он все прибывает и прибывает. Там он везде народ уже сидит. Ну, мы сейчас тоже. Мы хотим еще сегодня порыбачить крабом. То есть будем смотреть и за хапушками, и сидеть махать. Будем рыбачить на краба. Покажу, что это такое. Что это за блесна. Ну, вот такие вот дела. У нас поклевочка. Давай, Андрей, давай. Да не, давай, давай, тяни. Она есть уже там, она клевала. Давай, 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 давай. Вот она, вот она. Это кто у нас такой? А, судачок небольшой. Ну вот, первая сегодня рыбка. Но маленькую не было. Надо туп переставить тоже сюда, вот в сторону. Ближе к берегу начала клевать потихоньку. Только поставили мы. Хороший. Ну, небольшой. Вот. Только мы поставились. Там вот товарищ один знакомый поставился. У нас уже штук 8 щук вытащил. О, Андрюха вытащил красноперку на хапушку. И он у нее кто-то укусил. Такой укус у нее интересный. Ну, не знаю, даже интересно, наверное, кто-то бы этот судачок, наверное, ее долбанул. Ну, неплохая такая красноперочка. Первая щучка на хапугу. Вот такая красавица. Ух, вытянул ее. Вообще прям маленечко подрасвело. Первая щучка. Нормальная такая. Килограмма полтора-два на хапушку. Ну, так вот народ рыбачит, потихоньку ловит. Получилась одна щучка. Только вытащил щуку и сразу же сержок. Вот так кены. И опять в хапушку. Со второй у меня сразу поклевочка вышла. Почти перед самым отъездом в хапушку залез чубачок. Чубак! Вот такой вот. Чубачило. Ну, крупный такой. Хороший. Я пока доставал с хапуги чубака, а Андрюха вытащил на махалку. На вот такую щуку. Махалочка. Смотри, сейчас закрутите. Молодец, хорошая щучка. Пойдет.
Ладно. Порыбачили на хапку. Поймали сегодня вот столько рыбешки. Хотелось бы, конечно, лучше, но не получилось. Андрюха машет. Собираемся домой. Сегодня что-то плоховато клюет. Так вот отловились сегодня. Люди сидят. Отдыхают. На природе. Погодка сегодня ровная такая. Хорошая. Было пасмурно. Сейчас стало нормально. На этом, в принципе, заканчиваем свою рыбалку. Подписывайтесь на канал. Жду комментариев. И всем до новых встреч. Пока-пока.